Всем привет! Сегодня я еду на футбол. Сегодня «Зенит» играет с «Уралом». Время у нас 11:31. Сама игра начнется в 2 часа, то есть через 2,5 часа. Мне сейчас нужно на метро ехать, потом еще идти долго. Я сейчас выдвигаюсь. Уже купил билет. Купить билет можно онлайн, но, правда, его нужно распечатать. То есть приходит вам на почту билет в PDF-формате, и его нужно распечатать и потом уже показать, когда будете проходить на стадион, вот эту распечатку показать. Я уже это все сделал, подготовился. Билет я купил всего за 200 рублей, там можно было выбрать, конечно, там подороже. Я взял самый дешевый. Диапазон цен там очень большой. В общем, я собираюсь и еду. Так, ну вот, ребят, я и попал внутрь. Значит, здесь кассы для тех, кто не успел купить билет онлайн. Вот здесь мало, конечно, людей. Сейчас в основном все покупают в интернете. И вот этот сам стадион. Продают здесь клубную атрибутику, шарфы. Потом что еще? Кепки, бейсболки, шапки. И программка какая-то. 200 рублей значок. Ну, в общем, всякая разная атрибутика. Много людей тоже в шарфах, в кепках фирменных. И вон он сам стадион. Похож он на какую-то летающую тарелку. Выглядит, конечно, необычно. Я еще ни разу на таких стадионах не был, на крутых. Я был только в Томске на стадионе Труд. По-моему, он так называется. Но это там, конечно, не сравнится вот с этим. А это вообще один из самых, типа, дорогих стадионов в мире, если не самый дорогой. Ну все, ребят, прошел досмотр. Общупали всего. Короче, я думал, что могут придраться из-за экшн-камеры, потому что там написано, что с камерами и с фотиками нельзя. Но он посмотрел, он сказал, включи все, телефон включи, экшн-камеру включи, чтобы я убедился, что это все рабочее. Пауэрбанк даже попросил включить, у меня с собой еще пауэрбанк есть. Ну и вот он, стадион. Так, мне сказали пройти налево, значит, туда. Вот здесь скорая сразу есть. Уже матч начнется совсем скоро. Осталось 12 минут, сейчас вот без 12:02, надо быстрее все делать. Я есть, правда, хочу, но, наверное, в перерыве поем, там что-нибудь есть, наверное, перекусить. Внутри тут, ребят, тоже всяких много развлечений, туалеты, аксессуары, вот эта фирменная атрибутика, какие-то еще для детей игры. Так, ну а я сейчас пойду, наверное, на свой выход, у меня 215-й, тут вот можно с командой сфотаться. Здесь даже, ребят, можно в фифу поиграть за «Зенит». Вообще прикольно, смотрите, дети играют. О, даже можно на проекторе поиграть. Не, конечно, молодцы, здорово. Все здорово. О, а вон и еда, кстати, можно что-нибудь сейчас купить, поесть, потому что я дико есть хочу. Что там продают? Так, вон «Зенит» бургер, буррито, «Питер» хот-дог, чикен-ролл. В общем, все здесь есть. Ну вот, ребят, все, сейчас будет футбол интереснее смотреть, потому что купил себе чикен-ролл. Сейчас сразу настроение улучшится. И ответственный момент, выходим на сам стадион. Вот он мой выход, 215-й. Сейчас достать билет нужно. Здрасте. Здрасте. Налево, наверх. Ага, спасибо. Так, ну и вот он сам стадион. Налево, наверх. Уважаемые любители футбола, убедительно просим вас в течение матча соблюдать правила поведения зрителей, отказаться от использования пиротехники и лазерных устройств, не бросать посторонние предметы на поле, уважительно относиться к участникам матча и болельщикам команды соперника.
спою задушевную песню свою. Мы твои верные друзья, будем вдохновлять тебя всегда. Сектор 33, в непогоду зной, мы душою и сердцем с тобой. Сектор 33, в непогоду зной, мы душою и сердцем с тобой. Все, игра завершилась. Мне так повезло, что я снял все голы, все три гола, которые были, я их все заснял. Не знаю, как там получилось на видеокамере, хорошо ли видно их или нет. Ну, я надеюсь, что все хорошо видно. Все, сейчас иду домой, ну и уже из дома тоже сделаю небольшое включение, расскажу вообще свои впечатления, что понравилось, что не понравилось, и подведу некий такой итог. Все, ребят, ну вот я вернулся домой. Устал, конечно, немного добираться до стадиона, потом обратно, далеко он находится. Какие выводы можно сделать? Вообще, я купил билет за 200 рублей, и мне очень понравилось то место, где я сидел. То есть, там было вообще все видно практически, и всего это стоило 200 рублей. Очень быстро, когда на стадионе сидишь, мне показалось, что очень быстро идет игра. Вот когда по телевизору смотришь, кажется, что игра идет долго, и даже не всегда... смотришь до конца, уходишь, куда-то надоедает, а когда на стадионе сидишь, реально такое чувство, что игра идет очень быстро. Когда первый тайм, я помню, закончился, мне показалось, что это, ну, не может быть так быстро, что уже 45 минут прошло, казалось, что минут 15 всего прошло. Единственное, мне не понравилось то, что там матерились болельщики, сзади там, я не знаю, на видео будет видно или нет, сидели дети, и болельщики матерятся, там кричат громко. Конечно, я понимаю их, потому что это эмоции, да, это их любимая команда, но все-таки с матом надо как-то, я считаю, на стадионах бороться, потому что там присутствуют дети. Чтобы все семьи могли туда ходить, надо, конечно, чтобы люди вели себя там культурней. Вот. Никаких там драк не было, никаких тоже оскорблений. Ну, свистели на судью, вот.
Ну, в принципе, это всегда так происходит. Я думаю, всегда недовольны люди судейством. Вот. Ну, «Зенит» выиграл, это самое главное. Набрали 3 очка. Это, кстати, была последняя игра домашняя в этом году. Следующие игры уже будут на этом стадионе в следующем году. По-моему, в марте или в феврале там начнется второй круг. В целом, я остался очень доволен. Прям сильно понравилось. Очень классный стадион, очень классная атмосфера. Все прям нулевое такое. Ну, видно, что очень это все дорого стоит, конечно. В общем, если у меня будет еще возможность такая, я еще в следующий раз тоже схожу на матчи «Зенита». На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем удачи, всем пока. И желаю вам тоже хотя бы раз сходить на этот стадион «Зенитовский», потому что он реально классный. Всем пока.